Если не знаете, куда деть остатки варенья, приготовьте ореховый пирог из песочного теста. Вкусная и душевная домашняя выпечка. В сезон заготовки варенья этот пирог – настоящее спасение. Наверное, у каждой хозяйки остается половина баночки варенья, которая так и хочется куда-нибудь пристроить. Приготовьте пирог, домашняя выпечка всегда создает атмосферу уюта. В большую миску просейте два вида муки, добавьте щепотку соли, какао, пряности. Перемешайте. Орехи измельчите, добавьте к муке, перемешайте. Масло взбейте с сахаром. По одному добавьте желтки. Добавьте муку, перемешайте лопаткой. Замесите быстро тесто, соберите в шар и уберите в холодильник на 30-60 минут. Тесто раскатайте, перенесите в форму для запекания, формируя высокие бортики. Выложите на тесто варенье, посыпьте цедрой лимона и миндальными лепестками. Выпекайте при 180 градусах 40-50 минут. Приятного аппетита!